Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем тестировать наш новый самолет. Да. Да? И машинки. И машинки, и самолет, да. У нас много чего есть. Да. Так что смотрите дальше. Да. Все, вперед. Вперед! Да. Пошли. На, держи. Ну вас и расскажи, что нам за самолет. У нас такой летающий. А потом мы сейчас будем пускать его, и он полетит вверх в небо. Ну давай запускай, посмотрим, как этот нелетающий самолет летает. Ух ты! Надо высоко-высоко его. Гром? Сейчас мама его запустит, он упадет. Давай чуть-чуть сюда еще раз запустим. Так, давайте еще один дубль. Только ты его туда опускай. О, вот это виражи. А! Что кто первый принесет? Дети ждут. Приготовились? Пуск! Вот, так я нормально запустил. Ну ты нормально запустил. Отлично. Давай ты запусти. Давай вот здесь кнопка. От лучше подальше отойдите. Давай. Давай, высоко бросай. В папу. Тебя чуть не сбил самолет. Папа, чуть не сбил тебя самолет? Пошли искать. Попробуем еще раз хорошо запустить? Да. Поправим его, то он немножко поклопал. Поравняй. Ну, все? Да. Ой, где он? Я его не вижу. Вот он. Вот первый. Давай, да? Запускай его. Вверх, дорогой. Да. На. Только вон не в ту лужу, которая там. Тихо-тихо, сначала нужно. О. О, Влад, отлично. Мишка, он прекрасно запустил. Молодец, хорошо. И полети. Где он? Вот он. Ловите, ловите. Вот так в полете. Он хотел приземлиться, да? Да, давай еще, да? Он хотел приземлиться. Да? У него не получилось. Что там, трактор этот? С мотоцикл. Вот это виражи он делает. Влад побежал. Что, Влад, нашел? Да, вот один вот там. Хорошо. Далеко улетел, да? Ну, папе, давай. Скай. Немножко уже все. Мирон куда-то на выход пошел. Мирон, нет, мы здесь. Мы здесь. Там в деревьях он не достанет. Запутается в деревьях. Погодите. Ушли, можно поиграть. Можно и поиграться. Я плохо, походу, запускаю. Что это ты, папа?
Будешь запускать? Нет, подожди, он маленький. Давай я тебе помогу. Тихо, вот так вот пальчиками. А ты отойди. Давай. Отойди, то сейчас зашибет. Недалеко что-то он улетел у вас. Опа! Кто первый? Влад первый. Влад запускает. Так, Влад, давай. И Мирон хочет. Опа! Ой! Поднимется, лед упадет. Упал! Мирон хочет первый! Дайте Мирону еще запустить разочек. Пусть папа помогает. Трек хочешь? Подожди, давай самолетом. Пусть Мирон еще запустит разочек. Давай еще раз. Да. Как он будет подписывать? Да? Да. Да? Так, папа учит Мирона пускать самолетик. И... Ой! Ой, вниз летит. Ну все, давай еще разочек в одну попыточку. Не летающий самолет. Ого, ползающий по земле самолет. Ползун самолет. Как в аэропорту? Да. Ползун, да. По взлетной полосе, когда они едут, да. Вот, или он по полосе ехал. Да, по полосе ехал. Ну, китайский самолет летает. Проверено. Да, можно брать. Ну что, еще раз в последний раз запустим, да, и будем уже трек собирать. А он там по песку проедет машину? Мы будем смотреть. Да. Все, последний раз запускаем. Давайте. Интересно, вот так вот запустим? Ой, что это ты, папа, экспериментируешь? Ты что, маленький? Все, на посадку. Все, приземлился. Все, пойдемте, да, трек собирать. Куда ты один в лес убежал? Смотри, какой темный лес. Ты что? Разве можно бегать одному в лес? Нельзя. Крапивой можно обстрекаться.